В Челябинской области продано 4000 электронных полисов ОСАГО с начала января. Это очень низкие показатели. Например, в Краснодарском крае только за месяц полисы в интернете оформили больше 20 тысяч человек. Выяснять причины отправились активисты штаба общественной поддержки губернатора. Инспектируют страховые компании, проверяют работу системы оформления документов. Перебоев нет, заключают активисты. И добавляют, южноуральские водители ни разу не жаловались на отказ в выдаче электронного полиса. Я думаю, что это все-таки связано с тем, что люди привыкли получать оригинал полиса на руки и передавать деньги, и получать квитанции от живого человека. Вот. Все-таки думаю, что это связано с менталитетом и с привычкой. Уверенность какая-то может быть. Люди привыкнут когда-нибудь к этому, и система сама отладится. Напомню, электронные полисы ОСАГО в России начали оформлять в этом году. Это новшество должно решить проблему очередей в страховых компаниях. Людям больше не нужно ждать часами бланков в офисах. Достаточно отправить запрос по интернету. Полис приходит на электронную почту, но южноуральцы продолжают приходить к страховщикам лично. Правда, сейчас очереди небольшие, а вот ближе к весне эксперты прогнозируют повышенный спрос на ОСАГО. И тогда новая система существенно облегчит жизнь водителя.